В преддверии нового политического сезона социологическая группа «Рейтинг» презентовала свои результаты исследований. Менее чем за год до президентских выборов ни один из кандидатов не имеет серьезного отрыва перед основными конкурентами и не набирает более 11%. В рейтинге они расположились следующим образом. Наибольшую поддержку среди всех опрошенных, 11%, получила лидер «Батьковщины» Юлия Тимошенко. Главе гражданской позиции Анатолию Гриценко отдать свой голос готовы почти 7% украинцев, а лидеру оппозиционного блока Юрию Бойко 6,5%. Следующие в рейтинге – шоумен Владимир Зеленский и певец Святослав Вакарчук. Их социологи включили в список, несмотря на то, что они оба не заявляли о своем намерении баллотироваться. Далее с отрывом на уровне арифметической погрешности идет президент Петр Порошенко и главный радикал Олег Ляшко. А вот главным аутсайдером будущего политсезона оказался глава партии «За життя» Вадим Рабинович, который упал в рейтинге на 5 пунктов и потерял какие-либо шансы на выход в высшую лигу украинской политики. Он вместе с мэром Львова Садовым и свободным Олегом Технобоком в группе аутсайдеров этой избирательной кампании. Их рейтинг около 3%.